Реализацию нескольких целевых программ обсудили сегодня на заседании Кабинета министров Чувашии. По предложению Минэкономразвития внесены изменения в республиканскую программу развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашии до 2020 года. В частности, объем средств на создание и развитие инженерной инфраструктуры промышленного парка увеличивается до 53 миллионов рублей из республиканского бюджета Чувашии. При этом из федерального бюджета планируется получить 200 миллионов рублей. Этот же проект предусматривает и создание центров молодежного инновационного творчества, где дети и подростки смогут заниматься изысканиями в научно-технической сфере. Средства, предусмотренные на указанные цели, будут предоставляться субъектам малого и среднего предпринимательства, которые обязуются поддерживать центры не менее 10 лет. Новую программу «Безопасность дорожного движения» в Чувашии представил Минтранс. Она рассчитана на ближайшие 7 лет и ставит вполне конкретные цели. Это сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 24,9%, сокращение детской смертности от дорожно-транспортных происшествий на 25%, снижение социального риска на 16,7%, снижение транспортного риска на 30,3% и снижение тяжести последствий от ДТП на 9,9%. Общий объем финансирования программы свыше 1,5 миллиарда рублей. Большую часть, 900 миллионов, выделит республиканский бюджет. Остальные деньги будут искать муниципалитеты. Сколько средств придет из федерального бюджета, станет известно позже, когда будет принята государственная программа «Безопасность дорожного движения».